Много времени. Ты знаешь, что перед этим туром «Спартак» на 8-й позиции шел там таблицами. И 10 очков у «Торпедо» было 7. И 12-е место. А вот это интересно. Моцарт, подрезка и офсайд. Как показалось, был сейчас у Романа Павлюченко. Но арбитр считает, что все было чисто. И опять же, комментаторская позиция в Лужниках не по центру находится. Так что перенесем ответственность на линейного рефери, посчитавшего, что все было по правилам. В этом эпизоде Павлюченко попадает в объятия партнеров, не пожадничал. В этом эпизоде Сантос Моцарт, но офсайд все-таки кажется явным. Вот на этом повторе. Ну, думаю, что будет повод у «Торпедо» еще раз сказать, что судьи их не любят. И будет у всех нас, может быть, повод задуматься, а если это действительно так, если действительно, который же чемпионат подряд, судьи не благоволят «Торпедо», не то чтобы симпатизирует, нет, просто часто принимают странные решения. Почему это